DJ Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Bassland Show. By DJ Prophet. Every Wednesday at midnight on DFM. Друзья, всем привет! С вами DJ Prophet, Bassland Show. Как обычно, по средам с нуля до часу ночи на радиостанции DFM. И открывает сегодняшний эфир премьера от проекта Bass Face. Трек под названием Lockdown Strikes Again. Премьера от проекта Bass Face. Это Димка Горди и Киран Пейпер, барабанщик группы Prodigy.
Ура! Премьера состоялась. Ну и теперь у руля находится Юрка, диджей Трафик. Весь час драм-н-бейса, новенького, старенького, много премьер будет, как он уже говорил. В общем-то, погнали. Делаем громче лайки, репосты с вас. Нам будет очень приятно. Я-я-я. Legacy, all time, don't bother me, we transmit
Energy's imminent, mic diminishing, deliverance is cold. Make sure that all of you are listening. I was given this, born to be different. Little baby citizen gets stripped of the innocence. No one is innocent, I say the realest shit. We're just a product of this cold world we're living in. This has been written with spiritual pens, it's militant. Don't get me started, blood, man's already finished it. Talk shit, trust me, brethren, Trinity, our time, don't bother me, we transmit energy. Talk shit, trust me, brethren, legacy, our time, don't bother me, we transmit we'll be right back.
Итак, наладили связь, наконец-то у нас все ок. Пока Юрка сводит, хочу сказать то, что Юрка, наверное, последний гость в этом году. У меня еще в запасе до наступления следующего года два эфира, и я думаю, я их как раз-таки буду сам играть, сам вести. Именно. И также хочу напомнить то, что мой друг Максим Ньюсепас делает Русепин вечеринки. В общем-то, вы можете пройти к нему на страничку ВКонтакте, посмотреть, где что проходит. 18 декабря, в общем-то, будет UK Garage. Это все в этом стиле плюс-минус, около того. В общем-то, я вас приглашаю и присоединяюсь к нему, к организации. И надеюсь, все пройдет хорошо. Это будет вечернее мероприятие. Так что все в рамках. Так, Юр, подходи к микрофону, давай, приветствую всех. Да, друзьям, всем привет. Всех наших. Как настроение в целом? Да, отличное настроение, рад быть у тебя в гостях вновь спустя полтора года. Да. Но тогда ты разделял, собственно, пульс с Глебком, с Абвейвом, вот, а сегодня сольно у тебя выступление, так скажем. Чего продемонстрируешь сегодня, представишь, вкратце? Сегодня будет много новой музыки, той музыки, которую мы... По понятным причинам не можем представлять сейчас в клубах. Да. Это свежие релизы в основном. Та музыка, в которую я верю, которую люблю. Разный передовой, драм-н-бейс, куча жанров. В основном это будет вот в таком вот грузном стиле, дип, то, что ты любишь. Ну, для кого грузным, а для кого откровение? Для меня откровение. Я ничего и не имел плохого. Я сам люблю разные, собственно, саб-жанры драм-н-бейса, звучания. Но я именно охарактеризовал сегодняшний визит. Ты сегодня будешь представлять промки, какие-то дабки, бутлеги? Ну, ты знаешь, много релизов с лейбла, ну, про него, наверное, мы еще поговорим, находится в работе, я не хочу их раньше времени палить, вот, поэтому я поиграю в основном все, что вышло, и какие-то некоторые даплейты с других лейблов, которые пришли уже по промо. Ага. Ну, в любом случае, вот эти вот промки ты тогда озвучиваешь, чтобы, чтобы было интересно. Так сказать, это будет премьера в Best of Show на DFM, поэтому... Слушай, ну я рад, давай продолжаем дальше. У меня в гостях, напоминаю, Юрка, диджей Трафик, Владивосток, но сейчас уже Москва. Всем привет, кто в чате.
те, кого лично знаю, Катька, Пашка, Ганс, Ванька и все-все-все. Наконец-то в Москву пришла зима, насыпало снега. Недавно был такой минус ощутимый, сейчас чуть-чуть потеплело. Ну и, кстати, те, кто катает, в общем-то, в Степаново, в частности, открыли две горки, два склона, и работает один подъемник. Ну, так сказать, что есть, то есть. Поэтому я в следующий вторник планирую сделать первый катун, так сказать, закатнуться, да, так сказать, в разведку сходить. Поэтому, если те, кто желает, не работает, либо может взять отгул, welcome, можем все вместе списаться, собраться и катануть. Весело. Ребят, передавайте Юрке привет и пишите какие-либо интересующие вас вопросы. Я ему буду передавать, либо он сам их будет читать и на интересные отвечать. Да. Я тут помогаю Юрке сводить и портить его микс. Случайно перепутал сидюк. Да. Ну, тут вопрос один из таких клевых. Откуда Юра берет эти треки? Давай, колись. Ну, на самом деле, на это уходит много времени. Честно, я не лукавлю, ребят. Я слушаю все релизы, которые вышли из драм-н-бейса на битпорте. Прям не только на главное, в разделе трекс, куда многие боятся заходить. То есть я действительно прям копаю. Ищу свой звук, постоянно стараюсь находить что-то новое, каких-то новых продюсеров. Но на самом деле пока не было тут сверхновых продюсеров. В принципе, все это достаточно как бы на поверхности, но тем не менее. Вот. Слушай, ну вот смотри, примерно. Вот прослушав 100 треков, сколько ты из них себе сохраняешь, покупаешь? Тяжело ответить. Ну, плюс-минус. Ну, мало. Один, может. Серьезно? Ну, ты вообще педант. Ну, я порядка из 100, там, 10, может быть, себе там отберу. Ну, а ты слушаешь-то, в принципе, в одном звучании. Ты мейнстрим не играешь. Я слушаю все равно мейнстрим. Все равно. То есть я слушаю, мне без разницы. Лейбл, почему ты меня спрашивал про поджанры? Я тебе сказал, что разная будет музыка, потому что я, в принципе, открыт ко всему, стараюсь вот, намеренно не закрываться. Правильно, правильно. Да. Согласен, не надо ужимать, собственно, рамки звучания. Но у меня чуть побольше. Все-таки мне, помимо того, что там на выступлениях поиграть, я же еще и на радио должен предоставлять треки, поэтому я, собственно, и как раз-таки делюсь этим. Тут еще зависит от лейблов на самом-то деле. То есть, если лейбл мне близок, естественно, там, ну, как бы попадание выше, как, ну, вариант попадания, да. Само собой. Слушай, как ты оцениваешь вообще 2020 год в плане релизов? Собственно, такие небольшие итоги с твоей стороны можно подвести. Я могу сказать, что сейчас, в принципе, ну, такая эра моего звука. То есть то, что выходит, мне очень нравится. Очень много новых имен. Причем они многие не из UK, а со всего мира. Австрия, Амстердам, там, ну, Голландия, собственно. Ну, в общем, много-много-много музыкантов. Там, Сербия, вот, Филипп, по-моему, Сербия. Да, много-много новичков, согласен. Да, и это мне очень нравится, поэтому я вот как бы вот это все новаторство очень, ну, как бы поддерживаю. И плюс ко всему, помимо новых музыкантов, еще много новых лейблов открывается, да. Поэтому драм-н-бейс индустрия в любом случае развивается, как ни крути. Напоминаю, у меня Юрка, Диджей Трафик, Бейсленд Шоу, DFM с нуля до часу ночи каждую среду.
Ну и, кстати, сейчас идет стриминг только в сеть ВК на моей страничке vk.com/djprofit. В FM-диапазоне идет стандартная, собственно, музыка с DFM. Попса, так назовем ее, охарактеризуем. И запись именно этого эфира будет звучать в FM-диапазоне в субботу, субботное воскресенье с нуля до часу ночи. Поэтому, если вы будете где-то кататься на машине, либо, в общем-то, в любом случае, неважно где и как, включите DFM, именно радио, то вы будете слышать именно эту запись. Поэтому всем тем, кто сейчас в субботу слушает прямой эфир DFM, передаю привет. Поэтому, да. Чувствую, Юрка начал понемножку разгоняться. Красавчик. Давай, иди сюда. Слушай, ну, этот трек на самом-то деле забавно. Мне прислал мой студент. А, это русский? Да, это наш музыкант из Москвы. Ну, как студент. Он на самом деле умел играть, просто пришел там некоторые моменты потянуть именно в диджейнге. Кирилл меня сразу понял, для тех, кто не знает, просто я тоже преподаю диджейнг. И вот, мне очень понравился трек, действительно. Он вышел уже. Где-то вышел. Как называется-то музыкант и название трека? Трек называется 31, музыкант упорный, ну по-английски, я не знаю, как это читать. Слушай, не слышал о нем, но трек мне нравится, зашел, да? Да. То есть такие вот открытия случаются, и я всегда им рад, когда неизвестный совершенно парень приходит к тебе, говорит, что он пишет музыку, присылает трек, и ты такой, вау. И причем трек не заюзный, я уверен, что в Англии не факт, что... Он сказал, что его уже Локси играл где-то там на радио, и я такой, ну прикольно. Слушай, ну круто, я тоже себе хотел бы его в коллекцию, давай, да, присылай. Слушай, расскажи, пожалуйста, про вечеринки Data Music, да, Data, и еще новость про лейбл, да? Давай. Ну, вечеринкам в декабре исполнилось 2 года. Для всех тех, кто пропустил по каким-то причинам, это маленькие камерные вечеринки на 200 человек. Я поучаствовал, кстати. Да, Кирилл поучаствовал, я надеюсь, еще поучаствует. Ну, на самом деле, мы вот двигаем такой, ну, передовой звук стараемся двигать. Ну и, в принципе, получается, у нас уже такое комьюнити свое образовалось. А то место, где вы осели рендом, вы планируете там же также оставаться, резиденция? Да, ваша? Все устраивает, отличный звук, Function One, все, в общем, в лучшем виде. А когда я был, по-моему, был другой, не Function. Function. А, Function? Да. Значит, я что-то перепутал. Ну, не суть. И лейбл? Да, в этом году, в мае, 18 мая, я открыл свой лейбл. Ну, то есть это, в принципе, было логическое продолжение вечеринок. Лейбл Data Music. И вот к настоящему моменту вышло 3 релиза, 3 EP-шки. Ну, в принципе, сейчас я за количеством как бы не гонюсь, то есть качество у меня в приоритете. И отличные фидбэки. Вышел релиз первый, открывал релиз от Нами, назывался он Data One, 5 треков. Второй релиз был тоже, кстати, открытие, парень из Сургута, Мойтра, Манифест. Знаю его. Да, и третий релиз вот буквально недавно вышел. Это Sober Soul из Санкт-Петербурга. Да, ты мне его присылал. Давай, включай просто другой, да.
Слушай, ну круто, поздравляю, лейбл — это действительно следующий шаг, и, собственно, можешь реализовывать именно свой вкус, то, что ты хочешь выпускать именно отдушину, несмотря ни на что, в общем-то, это круто. Да, сразу мы неплохо так попали во всяческие там подкасты, в Noisy Radio, каждый релиз был представлен, причем некоторые там релизы, вернее, треки с релизов по несколько раз. Вот, потом, ну, по промо, в общем, хороший фидбэк. Туда, куда мы метим, ну, как бы это получается. Ну, Noisy Radio, кстати, они в Drum & Bass Awards заняли лучший подкаст. Лучший подкаст, да. Вполне заслуженно, парни, ну, работают каждую неделю, выпускают так же, как и ты. Ну, то есть, в принципе, учитывая их профайл, для них это все равно, ну, в общем, респект. Да. Тоже роются в музыке, и причем у них музыка неординарная, очень много закрученных треков, что делает, как раз-таки выделяет среди вообще всех подкастеров, которые есть. Слушай, это круто. Ну и с Data Music, я думаю, ты в следующем году тоже будешь номинироваться. Нет, пока рановато, еще работы много, на самом-то деле. Понятное дело. Да-да-да, то есть это такой постоянный менеджмент, поиск новых имен. Кстати, вот одна из причин, почему я так глубоко копаю в релизы, чтобы понимать, кто вот... то вот-вот стрельнет, чтобы... Да-да-да, следить, так сказать, за тенденциями. Ну и вопрос у меня какой-то был. Вылетело с головы. Ладно. Смотри, давай, сейчас ты просил анонсировать, сейчас играет бутлег. Да. Это же неофициальный ремикс от Super Soul на Bear Music, известный всем комиксы трек, старый трек. Вот, но он нигде не выйдет по понятным причинам. Ну, в общем, эксклюзивчик. Отлично, слушаем. Пульсару привет, он тоже с нами. Тебе привет. Да, Green Vibes. Я. Ребят, не переживайте, что касаемо трансляции, то, как обычно, я это делаю, выкладываю видео с GoPro-шки и отдельно звук цепляю, поэтому буквально на днях сможете пересмотреть этот эфир, переслушать, добавить к себе в аудиозаписи. И также подписывайтесь на мой подкаст в iTunes и также для Android baselandshow.podster.fm. Ну, короче, ссылка есть у меня в посте. Тут тебе вопрос. Планируется ли в ближайшее время услышать виниловый сет живьем или где-то, может быть, на стриме? Да, тут был запланирован на ноябрь месяц мой лонгплей на всю ночь на Data Extended такой сет виниловый, то есть 6 часов на виниле. Но пришлось его отложить по понятным причинам после указа мэра нашего. И я не хочу его делать в вечернем формате, я уже говорил, там где-то хочется вот дождаться ночи, чтобы вот как было запланировано, да, так да, и будет. Как все привыкли. Да, но по поводу ближайших вечеринок, если позволишь, 3 января у нас будет такая вечерняя небольшая встреча. Между собой. Да, между собойчик, вот, ограниченный такой.
Ну, пока так, что делаем? Переживаем, да. Ну, как есть, да. Другие вообще не проводят ничего, поэтому хоть что-то. Тем более 3 января делать нефиг. Welcome. Заеду, я думаю. Давай, бухнем. Ребят, напоминаю, что Юрка, DJ Traffic, сейчас демонстрирует drum and bass подборку, свою вкусовую, очень интересную. С удовольствием хочу увидеть трек-лист и много треков приобрести себе, да. Я вспомнил вопрос, который хотел задать. С какими стриминговыми площадками ты уже успел договориться, законнектиться? Где можно покупать и, ну, слушать твои треки? Data Music. Ну, у нас договор с Triple Vision, это крупнейший. А, ну все, тогда да, понятно, да, они со всеми. Все, мы, да. У Triple Vision это один из самых главных дистрибьюторов, если бы не самый главный, у которых практически все стриминговые площадки и также те платформы, которые именно продают вавки, MP3-шки. Одна площадка только не участвует во всех этих договоренностях, это Bandcamp. Многие, кто занимается музыкой, прекрасно знают эту площадку. Это независимая платформа. И, ребята, если вы хотите поддержать каких-то музыкантов или лейбл, вы можете покупать на Bandcamp. И это сервис, который больше всего роялти отчисляет, собственно, музыкантам или лейблам. Там, по-моему, 73% идет владельцу контента, в отличие от битпортов, там, и Spotify, и подобное. Ну, поэтому она и независима, это все объясняет. Да, 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 да. Но в любом случае, очень круто. Ребята, Data Music, прочекайте, 3 релиза уже вышло у этого лейбла. Молодцы. Touch that dial. Someone needed desperately enough to keep it from people in order to keep it a secret.
Зардоник тоже сейчас смотрит наш стрим. Привет ему большой. Также из Лондона. Кирилл Субач. Большой привет. DJ Prophet. Так, озвучивай трек. Ну, собственно, это трек с первого релиза Data Music. Это Нами, музыкант из Владивостока, ныне живущий в Санкт-Петербурге, очень известный. Трек называется «Карьера». Это наш такой, уже стал своего рода визитной карточкой. Он самый пока продаваемый, самый популярный. Ну, и вполне заслуженный. Он очень хороший, эпичный. Да, очень клевый. Слушай, я слышал, во Владике сейчас там жесть творится. Просто снегом засыпало всех. Ну, в принципе, наверное, это как обычно, да? Ты же сам из Владивостока. Ну, там, да, какой-то случился коллапс, ледяной дождь, и весь город, ну, да, пострадал, да, да, да. Сильно пострадал. Да. Слушай, там нужно, чтобы выйти из дома, одевать коньки, чтобы куда-то там доехать, потому что действительно выкладывают все там в Инстаграм, либо в ТикТоке то, что там все поскальзываются. И снега просто метры, метры от земли.
Ну, я не знаю, вот что конкретно сейчас там происходит. Я немного выпал вот, из новостной повестки с этой музыкой. Вот, но вот этот ледяной дождь, когда он был там пару-тройку недель назад, ну, это, в общем, такое, да, у них прям чрезвычайное происшествие было объявлено. Ну, ладно, зима такая зима, да. Погнали? Да. Да, друзья, кстати, что касается нейропанка фестиваля, то мы его должны были провести 28 ноября, но из-за ограничений вынуждены были перенести на 21 год, а именно 24 апреля. Надеюсь, все благополучно состоится, и с ограничениями не так все жестко будет, и мы все-таки проведем ночь, потому что днем это, собственно, не вариант. Многие работают, и вообще, собственно, лучше прийти в субботу, субботы на воскресенье угореть, как обычно мы всегда это делаем, мы привыкли.
appreciative, the vibe's intense. Non-stop overnight express. Dust till dawn, gotta maintain. All aboard the one-way train. Groove touching your inner soul. Cuts deep like the winter cold. Change your mood and turn the lights low. Type of tune to get you moving with your eyes closed. Under pressure. Presenting Virus Recordings, very noisy background. DJ Prophet, Russian's finest. Yo, this is Break, representing Symmetry Recordings. Big up to the DJ Prophet. Thank you.
Так, озвучивай. Ну, последний трек моего сета. Это Amos в ремиксе от Grey Code. Забавный момент, что на первый день рождения от Data я привозил вот Amos как раз-таки из UK. И он играл его тогда, и этот трек просто разорвал. И вот спустя год он только вышел. В общем, предлагаю насладиться всем. Да, слушаем, премьера. Вау, как он рвет. Караеды! Я не представляю, как на мощном звуке, в клубном звуке звучит вот этот вот трек, в частности, вот на низких частотах, на середине вот эти вот синты накрутившие, разрывающие. Юрыч, большое тебе спасибо, офигенный эфир, очень концептуальный, что я очень ценю, в принципе, у своих гостей, которые приходят и именно играют то, что они хотят, то, что любят, там и так далее, в общем-то, без каких-то подстраиваемых рамок. В общем-то, с тебя трек-лист, передавай приветы. Да, всем спасибо, кто нас слушает. Всем любителям драм-н-бейса большущий привет. Поддерживайте локальную сцену, поддерживайте ваших музыкантов. Это очень важно. В общем, все, увидимся, услышимся. Кирилл, еще раз спасибо за приглашение. Все, и Data вас ждет. Да, ребят, не забывайте, 3 января в Рэндоме Data Music. В общем-то, вечернее мероприятие. Всю информацию смотрите у Юрки на странице DigiTraffic. Поэтому, да. А до следующей среды, в следующую среду буду, наверное, я уже без гостей сам представлять все, что за это время, за несколько месяцев накопил. Самое лучшее, смачное, в общем-то, я думаю, будет очень интересно. Ребятам, всем тем, кто в чате, большой привет. Большое спасибо за поддержку, за то, что вы такие завсегдатаи. Всегда на стримах наших находитесь. Поэтому, в общем-то, да, спасибо. Всем пока-пока. В общем-то, ребят, мы посовещались и сделали, приняли такое решение, что так как сейчас этот эфир в FM-диапазоне не выходит, это стрим, поэтому у нас никаких ограничений нету, мы решили еще на полчаса. Давай, поехали. Еще доп. Полчаса, в общем-то, мы с вами продолжаем стримить бейсленд-шоу DJ Traffic. Да, ура!
with DJ Prophet. Да, ребят, Best on Show каждую среду с нуля. И сегодня до часу 30 мы здесь, Юркой, нас в студии DFM в эфирке. Он, собственно, вваливает. DJ Traffic on the Decks. Так сказать, у нас послеэфирная автопати с Юрчиком. Полный экспромт. Да, полный экспромт. И я рад, что пришло такое решение внезапно. Собственно, раздвигаем рамки, ограничения, так сказать. Они есть в Москве, но не в эфирной студии DFM сейчас. Ребят, напомню, что в FM-диапазоне на DFM часовой эфир, часовая запись будет выходить с суббота-воскресенья с нуля до часу ночи. В принципе, в прайм-тайм в Москве, когда все тусят. Ну, раньше. Ну, а сейчас, если кто-то будет слушать DFM, услышит вот эту вот запись. Но только первый час, да.
Итак, у нас очередной привет. Привет Максу Котворксу, чей трек сейчас играет. Вышел на английском лейбле, по-моему, не помню. Привет, Макс. Да, Максу привет. Знаемся уже давно. Запись этого эфира с GoPro-шки и также звук будет на 1.5 часа. Да. Вот радость-то. Всем. Обычно много комментариев прилетает, типа, ну, часа мало. Ну вот, собственно, дождались. Да, кстати, ребят, что касается эфира с 30 на 31 декабря, я думаю, он состоится, и я поиграю
может быть, полтора, а может быть, и даже два часа. Но первый час по-любому пойдет в эфир в субботу-воскресенье на DFM. На FM-диапазон. Ну, а стримить, я думаю, полтора-два. Ах! Трека есть предыстория.
Этот трек написан за 15 минут. Верите, нет. Это все снято на видео. Можно посмотреть на youtube.com/datamoscow. Этот трек в самом конце, там мы поставили челлендж нами, музыканту, сделать трек за 15 минут. И вот весь скелет, весь основной грув был сделан за 15 минут. Начало и конец он потом прилепил, чтобы это можно было просто диджеем играть. Да, основные элементы никакие не трогал. И, в общем, ну, блин, получилось. Ну, тело за 15 минут, да, это очень хорошо. Звучит очень жирно и качественно. Офигенно. Ну, выпускай, чё. Дата. Друзья, пишите комментарии, если вы хотите, чтобы Юрка выпустил этот трек на Data Music. Давайте, комментируйте. То он это сделает, я надеюсь. Кстати, что касается этого трека, вот нами, да, он уже в сети, оказывается, его можно бесплатно скачать даже. Поэтому, ребята, можете себе пополнить коллекцию. Да, welcome. Называется Challenge. Data Challenge. Ну и сейчас завершающий трек нашего автопати, вторую часть эфира. Давай, называй четко. Трек называется Curve. Написан он Грей Кодом, тем же, которого мы обсуждали. Такой экспериментальный трек, необычный. Я вот предлагаю вам его послушать от начала и до конца. Он постоянно развивается, и у него такая, ну, в общем, переменчивая структура, но этим он меня цепанул очень сильно. Окей, слушаем. We'll be right back.
В общем-то, завершающая композиция нашей автопатии, поэтому, ребята, всем большое спасибо за то, что вы остались с нами, поддерживаете там и так далее. В общем, до следующей среды, Юр, еще раз тебе спасибо, да. И пока, да. Всем спасибо, счастливо, было круто. Yeah.